осень в этом году. Грустновато. С рыбалкой грустновато. Не знаю, как встать так, чтобы было слышно. Ну и в общем, остается выдергивать часики, чтобы что-нибудь копнуть. И вот на такой глубине, на берегу, вот такая вот тули лизаветка. Малышка такая вот малюсенькая, но в идеальнейшем состоянии. Видимо, друзья здесь кто-то 200-300 лет назад передевал. И вот такую малышечку. Ой, подсушилась и год виден. 1738 год. Ха! Малышка. Моя прелесть. Копай. Ну что? Древняя жижа еще выдала один секретик. Солнышко выглянуло. Крестик просто идеальный. Не как из земли. Просто красавец. Ныряли здесь древние пацаны. Ныряли, ныряли вот так вот. Разбегались. Эх! Кресты теряли. Потом лет через 300, через... Сережа пришел и выкопал. Моя прелесть. Наверное, была и 200 лет назад традиция бросать монетки в воду. И в 3 метрах от берега 1 копейка, 1819 год. Хе! Как новенькая, только почистите ее чуть-чуть прям. Иногда в болоте очень хорошо сохраняется, и надо съедает нахрен все. Ладно, посмотрим, да что дальше будет. Сегодня паскуднейшая погода. Вот такой здесь пейзаж. Ехал я одну лужу посмотреть. Лужа полная. Думаю, дай, думаю, копну. В поле. Бабац! 2 копейки 24 года. Состояние просто изумительное. Не знаю, будет слышно меня или нет. Сильный ветер. Вот такая вот хорошенькая двушечка. Ну что, Реби, не знаю, что будет слышно. Ой. Ну что, Реби, не знаю, что будет слышно. Покраска. Вот такая вот. И, в общем-то, я просто так зашел. Смотрю, еще один копатель топчется. И вот так вот бабац. Просто охрененный блинчик. Пока не знаю, кто это. Монетка. Эх, грязь, конечно. Невозможно показать картинку. Сейчас попробую отмыть. Так, ну что, в общем, как мог. Потер, отмыл. Но картинка еле просматривается. Видно 1700. Какой, непонятно. Ладно, попробуем пройтись еще по этой траектории. Вот тебе и просто поле. И какая красивая пуговка попалась. 44. Пока еще не знаю, что это такое. Надпись, в смысле, 44. Но очень, очень красивая. И, наверное, не молодая.
Это обеденная копалка. Вот такая у меня тут вокруг Русь. Ну, в общем-то, просто прогуляться по полю. И вот такая вот довольно-таки убитенькая полушка 1700 какого-то лохматого года. Вот. Ну, пока что вот на этом все. Посмотрим, что дальше будет на этой Руси. Вот такой вот. Вот такая вот. Здесь были копатели, ну и это естественно. И я вот думаю, вот что же они здесь выкопали? Рядышком посмотрел, бабац, половинка серебряного кольца. Прям вот, вот. Удивительно. Но факт. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот она. Блестючка сохранилась. Что за металл? Ну, скорее всего, серебро. Ну, так вот. Ладно, пойдем дальше. По Руси походим. На Руси уже копалочка подходит к концу. Через часик уже все надо сматываться. И... бабац! 10 копеек серебром. 23-й год. РСФСР. Ну ничего, я тебя отмою. Будешь красивой. Вот такая вот десюнька. Малышка такая. Выкопал вот с такой вот глубины. Вот такую безликую то ли монету, то ли жетон. Картинки вообще практически не осталось. От слова вообще. Ну ладно, отмою, посмотрим, может что-нибудь покажется. Вот такой вот у нас на Руси закат. Иду к машине. Пару часиков удалось погулять. И как это водится, обратно идешь и ближе к машине, бабац, находишь монетку. Ну как так? Ну ходишь вокруг машины, ничего. Назад идешь, бабац, монетка. Ну это 1700 какой-то. Вот, но довольно-таки лысенькая. Но я думаю, восстановить ее можно